преддверии Дня Матери сегодня первый президент республики Михаил Николаев встретился с активистами регионального движения «Матери России». Николаев отметил на встрече, что для улучшения статистики в регионе необходимо провести исследования и проанализировать проблемы, связанные с институтом семьи. А собравшиеся женщины из районов республики высказали свои мнения и рассказали о своей работе. Стоит задуматься о том, что именно голые цифры – это неоспоримые факты, которые свидетельствуют о том, что очень много в нашей республике стало в последнее время разводов, о том, что престиж семьи, узаконенные отношения между молодыми людьми – это не в приоритете. Вот поэтому вот это, конечно, эти все вопросы стоят очень остро в нашей республике, в нашем районе в целом, конечно, и вообще –